Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Медиаинформ», программа «Мы с Михаилом Кацаном». Я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это Александр Позни, социолог, аналитик из Киева. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Михаил, и нашим зрителям. Саш, ну мы с тобой в жизни на «ты», поэтому я предлагаю тоже в эфире быть на «ты», чтобы не создавалась иллюзия, что мы первый раз видим друг друга, тем более ты был уже неоднократно в нашей студии. Хорошо. Спасибо тебе большое. Саш, мы говорим о внутренней и внешней политике. Давай начнем с громких отставок. Из Укроборонпрома ушел Мустафа Наем, известный журналист, который долгое время был одним из руководителей этой структуры. С чем ты связываешь эту отставку? Это первый вопрос. И, конечно же, отставка, которая прозвучала, прогремела на всю страну, отставка господина Андрея Коболева, руководителя «Нафтогаза». Эти две отставки, они как-то связаны, либо причины, основания для этих отставок находятся в разных каких-то политических плоскостях? Причины, я думаю, что не связаны, потому что часто, когда идут переговоры о смене того или иного человека, иногда легче сразу договариваться блоком. Например, мы подвинем вот здесь этого человека, а вы там нам подвинете этого, и так можно легче договариваться. Касательно Наема, вообще очень часто, скажем так, его история с его назначением была очень интересно наблюдать в плане того, что часто в Штатах или в каких-то, скажем так, в странах англосаксонской демократии любят людей, которые были в политике, потом назначать на какие-то хорошие прибыльные должности в государственных или коммерческих структурах наблюдательные советы. По сути, во многих компаниях наблюдательные советы, там, члены совета получают миллионы гривен или долларов зарплаты, при этом совет должен собираться там, один или два раза в год. То есть это своего такого рода вот, отступные для, скажем так, нужных в прошлом людей, которых надо вот на какую-то должность поставить. Поэтому, собственно, это я к появлению Наема в структурах Укроборонпрома, потому что как для меня не совсем понятно, что делает журналист, руководя такой структурой, как Укроборонпром, это первое. Второе, что в Укроборонпром же недавно пришел новый руководитель Юрий Гусев, и, соответственно, там же началась реорганизация очередная Укроборонпрома, ну и, скорее всего, что он оказался человеком совсем чуждым для новой команды, поэтому его и убрали. А касательно министра энергетики, там уже давно ходили споры о том, кто будет, кто не будет, кого убрать и так далее. Я думаю, что все-таки подковерные игры победили, его таки сдвинули. Руководителя «Нафтогаза». Да, прошу прощения. Да. Хорошо. Вот как ты относишься к версии, которую озвучил уважаемый Андрей Коболев о том, что он не дал правительству, не дал президенту согласия на изъятие части средств из фонда «Нафтогаза», видимо, для покрытия нужд украинского бюджета, просто потому что иначе «Нафтогаз» оказался бы в очень сложной финансовой ситуации. Из-за этого, собственно, последовало увольнение. А как ты считаешь, могла ли вот эта вот причина стать основанием для увольнения господина Коболева? Я скажу так, насколько мы все знаем, вокруг, скажем так, компаний с природными монополиями всегда есть очень много разных коррупционных составляющих и разных, скажем так, возможностей. Это всегда были самыми лакомыми кусочками, которые все хотели возглавить и порулить там хотя бы чуть-чуть. Поэтому, возможно, для внешнего мира это очень хорошая причина, что он настоящий реформатор, он все-таки пытался защитить компанию, которая последние годы начиналась строиться, выстраиваться в работу по европейским принципам, потому он не позволил непрофильно использовать активы. Но я думаю, что все же причина совсем другая, и внутри просто он стал какой-то разменной картой, и поэтому его вынудили уйти. Саш, скажи, пожалуйста, вот мы последний раз в студии встречались с тобой во время местных выборов, на которых ты тоже работал как социолог со своей социологической командой. Прошло уже больше, чем полугода с того момента. На твой взгляд, позиции президента усилились за это время, либо наоборот ослабли, если мы говорим о внутренней политике?
Если мы говорим про рейтинг доверия к президенту, он остается одним из самых высоких, но постепенно и плавно продолжает падать. Какой-то, ну, скажем так, яркой ему кандидатуры, которая бы там победила его на раз-два, нету. То есть там те же самые, условно, Бойко, Порошенко, Тимошенко, которые идут потом дальше. Но он все же сохраняет за собой первенство в плане электоральных предпочтений граждан. Ну, как, собственно говоря, и его партия тоже там первое-второе место по разным замерам все равно сохраняет. Касательно, укрепилась ли его власть в стране за это время, тут я считаю, что скорее да, поскольку, получив контроль еще и над местными советами, они смогли, скажем так, углубить свое влияние на места. Но тут есть как бы другие моменты, которые меня смущали еще во время избирательной кампании, которые смущают сейчас. Это то, каким образом формировалась кадровая политика на местах и кто все эти люди, которые попроходили. К сожалению, поскольку партия не строила по-настоящему областные, районные, городские и так далее, ячейки своей партии, то людей набирали, как обычно, кого успели, с кем договорились, а кто успел занести, тех и взяли. Слушай, по-моему, у нас в стране самые информированные люди – это социологи, потому что социологи – это те люди, к которым идут политики перед выборами с тем, чтобы провести определенную рекогносцировку, понять свои электоральные шансы, вообще очертить обновленную электоральную карту. Как ты считаешь, исходя из ситуации на рынке, стоит ли ожидать перевыбора Верховную Раду? Либо досрочных выборов Верховной Рады. Ты очень правильно сформулировал фразу, что они идут, спрашивают перед выборами. То есть сейчас мы, когда общаемся со всеми нашими, скажем так, клиентами, заказчиками, с кем работали, а мы им расписываем, что общественное мнение нужно замерять регулярно для того, чтобы понимать, какие тенденции намечаются, на что мы практически везде слышим ответ. Так а зачем мне это надо? Я это сделаю за полгода до выборов, это в лучшем случае, а то за 3 месяца, и все у меня будет нормально. Зачем мне еще знать, что думает население? Поэтому, к сожалению, ответ они дают вот такой. Но это те, которые уровня пониже. То есть, если говорить про системных крупных игроков, у которых, скажем так, это общенациональная повестка, то есть те заказывают регулярно и проверяют. Про досрочные выборы. Некоторые политпартии, силы, отдельные люди пытаются делать какие-то, скажем так, качать в эту сторону, но такого, чтобы глобального недовольствия населения я не вижу. Часто же, например, роспуск парламента трактуется не юридическими аспектами, а политичную волею народу, как часто у нас говорят. Соответственно, сейчас я не вижу у народа такого большого недовольства, именно чтобы доходило до роспуска парламента. Естественно, самое главное это то, что рост цен, и здесь очень сильно население недовольно, потому что обещали снижать, а только повышают. Плюс мы недавно проводили исследование, мы задали людям прям открытые вопросы, назовите, какие главные проблемы должна решать власть. Сейчас я найду быстренько его. И, соответственно, самыми главными проблемами ожидаемо это была война, потому что ее до сих пор этот вопрос так и не решили. Экономические проблемы, коррупция, и потом уже шло все остальное. Поэтому как только запахнет чем-то вроде досрочных перевыборов в плане того, что народ очень сильно недоволен, я думаю, что просто чуть-чуть где-то подлатают экономические, точнее, тарифы поменяют, и люди плюс-минус чуть подуспокоятся. Плюс к тому, если в рамках экономики говорить, у нас регулярно последние годы поднимается прожиточный минимум и минимальная зарплата, что так или иначе сказывается на положительных псевдопоказателях роста экономики. Хотя, для предпринимателя это не так-то уж и легко. Саш, скажи, пожалуйста, очевидно, за последние несколько месяцев мы увидели, как президент пробует, щупает,
разные формы политической активности. Он демонстрирует твердую руку, он демонстрирует дипломатичность, он демонстрирует готовность идти резко вперед, он демонстрирует готовность отступать на два шага назад. То есть понятно, что президент пытается нащупать стиль, который ему позволит переизбраться на пост президента через 3 года вновь на второй срок. Ты, как социолог, наверняка фиксируешь, как те или иные шаги президента, они воспринимаются. Вот в рамках вот этих 3 направлений, которые ты указал, а именно безопасность, экономика и коррупция. Да? Вот если проанализировать действия президента, сильные действия президента, более дипломатичные действия президента, какие больше пользуются спросом у украинского общества? Я скажу так, что вот сам, давайте вспомним точнее, самый главный лозунг Зеленского, когда он еще шел на выборы, да, что весна прийде, саджати будемо. У нас уже пришла 3-я весна, точнее 2-я весна, и, соответственно, где какие-то посадки. То есть ничего из этого нет. Хотя запрос вот именно на борьбу с коррупцией остается до сих пор очень высокий. Причем тут, вот сколько мы общаемся с людьми по всей стране, не все говорят, понасоздавали там НАБУ, ДБР, Финконтроль, какой-то мониторинг, еще что-то, антикоррупционный суд, прокуратура. А где результаты? То есть они что-то о чем-то, как это правильно сказать, отчитываются, что какие-то действия идут, но на самом деле население не видит реальных, скажем так, шагов в этой сфере. То есть вот если вспомним, когда вводили патрульную полицию, вот там в течение первых 1,5 лет после того, как ее ввели, люди отмечали массово и доверие роста к патрульной полиции как к органу, и к полиции, к Министерству внутренних дел в общем. Соответственно, я бы и рекомендовал, скажем так, сконцентрироваться на борьбе, реальной борьбе с коррупцией. Таким образом, чтобы можно было показать, что вот, вот вам реально там 100 депутатов, которых там мы посадили, или там столько-то министров, или столько-то губернаторов, которые, вот деньги, которые мы там вернули обратно в бюджет. Потому что недавно, не помню, чья новость была, по-моему, Министерство иностранных дел, или кто-то отчитался, что вернули там порядка 1,5 миллиона гривен времен там Януковича, там, прошу прощения, не гривен, долларов была сумма. И, соответственно, потом у всех логический вопрос. А где эти деньги? Как они зашли в бюджет? А где они в отчетности? На что они были потрачены? Ну, то есть, даже если коррупционные деньги вернули, то их, походу, таким же образом освоили, как они и были заработаны. Поэтому вот борьбу с коррупцией я бы ставил во главу угла программы президента. У нас всегда любят сильного президента и сильную руку. То есть Зеленский сейчас старается, пытается что-то делать, но он не дотягивает до тех ожиданий, которые были. Саш, одно из решений Совета национальной безопасности Украины за последние несколько месяцев было, безусловно, фактически локдаун 3 каналов, закрытие 3 телеканалов, опять же с мотивировкой об источниках финансирования этих телеканалов, связанности одного из, и точнее именно учредителя этого телеканала с какими-то структурами Российской Федерации и так далее. То есть, ну, все понимают, о чем идет речь. Да? То есть мы сейчас не будем анализировать вот эти вот 3 телеканала, их работу, учредителя и так далее. Это уже тема, которая неоднократно обговаривалась. Меня как журналиста, как ведущего интересует следующий вопрос. Вот насколько вообще закрытие этих 3 телеканалов, которые, безусловно, они играли важную роль в формировании общественного мнения, повлияло на смену электоральных настроений, насколько, в принципе, люди заметили закрытие этих телеканалов, насколько в целом, скажем, отсутствие вот этих телеканалов на медиарынке повлияло на позиции той же самой оппозиционной платформы «За жизнь». Многие исследователи, ну, ученые исследовали у нас вопрос на тему, хорошо украинцы относятся к закрытию или плохо, то есть сейчас не будем про это говорить. В общем, отвечая на твой вопрос, повлияло, поскольку эти телеканалы были основными рупорами донесения информации этой партии,
Сейчас, когда там создали новую структуру на основании этих трех и там с дублированием трансляции этого всего в сеть YouTube, но, как мне рассказывали знакомые журналисты, которые там работают, ну это, в принципе, несложно и просмотреть, что показатели просмотра прямых эфиров там в YouTube упали там чуть ли не до, на некоторых программах там чуть ли не до десятка просмотров одновременных, соответственно, аудитория очень сильно уменьшилась. То есть телевизор – это все же то, что вот часто работает фоном, что мы постоянно слышим, слушаем и так далее. А уже заходить в интернет и слушать, скажем так, любимый канал или тот канал, где говорят обычно ту информацию, к которой ты привык, это уже намного сложнее. Поэтому как закрытие этих телеканалов очень сильно действительно повлияет на, скажем так, информационную работу партии, с которой их и связывают. Ну и, соответственно, повлияет в негативную сторону. Еще, кстати, вот продолжая тему закрытиями каналов, нам стало интересно, мы задали вопрос, а какие еще телеканалы нужно закрыть в Украине? И получили приблизительно... Только, чтобы не было как бы антирекламы, либо рекламы, все-таки не называйте телеканалы. Просто А, скажи, хорошо. да, не называй, да, не Хорошо. называй. Соответственно, телеканалы, которые остаются близки к одному из бывших президентов Украины, они попали, скажем так, возглавили рейтинг, но опять-таки там не было такого, что вот там, то есть там самый первый он набрал там 10 или 12%, то есть это не было такого, что вот, ну и все остальные там уже по маленькими ступенечками вниз откатывались. Причем что тут характерно, что 50% респондентов ответили, что никакой не нужно закрывать. И, например, вот телеканалы, связанные с беглым олигархом Коломойским, сказали, что нужно закрывать там на уровне 3, 5 или 7%. То есть приблизительно вот так вот. Это к чему клоню? Что сейчас нету какого-то большого запроса на закрытие других телеканалов. То есть в основном респонденты отвечают, что все каналы, если они не вещают какой-то, ну, открытой пропаганды, то они могут и должны работать, чтобы голос каждого был услышан. Хорошо. Саш, скажи, пожалуйста, вот у меня будет последний вопрос к тебе касательно внешней политики. Прошлый весь месяц, вот весь апрель, Украина жила в страхе очередного акта агрессии со стороны Российской Федерации. Причем украинцы уже привыкли, вот за последние 7 лет, с того момента, как Россия аннексировала Крым, оккупировала отдельные районы Луганской и Донецкой области, вот жить в страхе, жить вот в состоянии вот такой вот, ну, агрессии со стороны России, которая может в любой момент эскалироваться. Вот ты фиксируешь наверняка вот, ну, настроение украинцев. Насколько вообще страх, насколько в целом вот эта вот история с возможной войной с Российской Федерацией, она задела общественное мнение, насколько она стала топ-темой для людей? Вообще тема страха и в психологии, и изучаема хорошо и в психологии, и в политологии, и в социологии, страх это один из самых лучших мотиваторов для того, чтобы делать что-либо. И в состоянии страха люди готовы закрывать глаза на что-либо другое, или не обращать внимания, или бежать куда-то и так далее. Поэтому, к сожалению, украинцы так, ну, поскольку мы уже 7 лет живем в состоянии этого конфликта, мы потихоньку привыкаем, к тому, что идет война. И для того, чтобы нам периодически, условно говоря, напомнить, что вот у вас же все-таки там идет конфликт, то начинает нагнетаться обстановка. И, соответственно, в дальнейшем, если брать там со стороны наших восточных соседей, то они постоянно нам напоминают, что что-то вы там подрасслабились, что-то вы забыли, с кем вы говорите. Мы вам сейчас напомним, что мы можем. И то же самое внутри страны. Когда внутри страны все начинают быть недовольны какими-то вещами, там, что я говорил, отсутствие реформ, отсутствие борьбы с коррупцией, повышение тарифов, и тут нам всем напоминают, так подождите, это же не главное, у нас же там вот сейчас войска на границе стоят, вот с чем надо бороться, мы сейчас будем ездить там по всему миру кричать, и будем отбиваться от этой проблемы. Поэтому я думаю, что это, к сожалению, просто оттягивание. Причем, ну, как на мой, по моему мнению, эскалация конфликта, ну, видимо, она была выгодна как в России, так и в Украине, потому что как там,
они постоянно показывали это в новостях и перебивали свою внутреннюю повестку дня. И причем, как мы знаем, у них там тоже не все так хорошо с экономикой. Так же и у нас. Потому что можно говорить бесконечно про войну и забывать про то, что вообще-то как бы что-то реформировать нужно. Александр, спасибо вам большое, что приняли участие в телепрограмме нашего телеканала «Медиаинформ». Приезжайте в Одессу, всегда рада вас видеть у нас в студии. Александр Поздней, эксперт, социолог, аналитик, всегда вот выступает, и мы ему безумно благодарны для нашего телеканала. Еще раз спасибо, Александр. Большое спасибо, до новых встреч, до свидания. Спасибо, уважаемые телезрители, до новых встреч.